Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В соответствии с пожеланиями жителей нашего города, мы их все учли, обратились в проектное бюро, полностью переработали тот проект, который ранее предлагался. Обоюдный компромисс. В истории со скандальной стройкой на Крымской поставлена точка. Вы – молодое поколение нашего города. Будьте достойны подвигов наших великих предков. В память о героических предках на месте высадки десанта Дмитрия Калинина состоялась масштабная патриотическая акция. Как-то, наверное, они не любят свое место, свой дом, не знаю, в конце концов, свой город. А нам все равно, кто должен косить траву на полянах, почему не все напчане желают принимать участие в благоустройстве родного города. 41 день остался до начала мирового спортивного события – чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Жарко будет не только в Сочи. 4 кубанских города принимают зарубежные команды и болельщиков, в их числе Анапа. Глава города-курорта Юрий Поляков принял участие в заседании Краевого оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата. Мероприятие под председательством губернатора Краснодарского края состоялось в Сочи. На Краевом оргкомитете обсудили вопросы комплексной безопасности на транспорте, в местах проживания и во время тренировок. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев доложил губернатору о разработанные и согласованные планы транспортного обслуживания делегаций команд в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Важно также не допустить роста цен на гостиничные номера, а уж тем более на продукты питания. Глава региона акцентирует, все гости кубанских городов должны иметь возможность попробовать местные фрукты, сыры и напитки. Доступность для всех категорий граждан, жителей, отдыхающих и болельщиков, которые приедут в этот период, для всех. Это у нас будет для богатых и богаче богатого, а все остальные где должны питаться. Здесь поручение в течение буквально следующей недели, протокол внесите, проработать с Минпромторгом, что ситуация может быть очень серьезной. Вот здесь мы, в чем здесь можем очень сильно повлиять, это с продукцией местных производителей. Вот давайте попытаемся сделать так, чтобы все-таки местные производители, поскольку это все находится на кубанской земле, максимально выиграли от того, что чемпионат мира по футболу проходит в Сочи. Чтобы у них была возможность у местных производителей реализовывать свою продукцию в Сочи, в Геленджике, в Анапе. Во всех городах, где будут тренироваться зарубежные спортсмены, правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы. Вопросы безопасности должны быть на контроле в каждом муниципалитете. На кону честь страны. Мы создали штаб при муниципальном образовании, который будет работать круглосуточно. Там задействованы все начальники управления. На весь период чемпионата штаб будет работать и контролировать всю работу, как проходит чемпионат. В Анапе готовят 2 тренировочные базы, одна основная – в Витязево. Благоустраивают подъездные пути и все гостевые трассы. Ведет свою деятельность школа волонтеров, ребят готовят к встрече гостей. Продумать нужно каждую деталь, чтобы болельщики возвращались к нам уже в качестве туристов. Запрещено поджигать сухую траву и разводить костры. До 25 мая в сельских населенных пунктах должна завершиться противопожарная опашка. На заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обсуждали комплекс мер в борьбе с ландшафтными пожарами. Их число значительно выросло. Чтобы не случилось настоящей беды, необходимы усилия не только пожарных и муниципалитета, но и сельхозпредприятий и населения. 4 дня отдыха для жителей и гостей означают напряженную работу городских противопожарных служб. На коммунальных предприятиях необходимо подготовить специальные расчеты на случай чрезвычайных ситуаций, а с управляющими компаниями провести инструктаж по противопожарной безопасности. Праздники есть излюбленные места жителями отдыха, майорки и прочее. Поэтому выставить обшлаги, нельзя разжигать костры, взять на контроль, купание запрещено. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17% снизилось число бытовых пожаров, однако в 6 раз чаще стала гореть сухая растительность. С начала года 24 случая. Основные недостатки, послужившие причинами резкого роста природных ландшафтных пожаров, это наземные сельхозпредприятия, не созданы добровольной пожарной дружиной, укомплектованной инженерной техникой, передвижная емкость не предусмотрена, а также отсутствует инвентарь, хлопуши, ранцевые огнетушители, лопаты, бобры. Нет подтверждающих документов о создании добровольных пожарных дружин.
Следующее. Неорганизованное дежурство добровольных пожарных дружин в течение всего пожароопасного периода. Пока обошлось без жертв и значительного ущерба, однако необходимо принимать самые серьезные меры. Работникам сельхозпредприятий, а также населению категорически запрещено выжигать траву. До 25 мая будет проводиться опашка шириной не менее 4 метров по границе сельхозугодий и населенных пунктов, а также вдоль лесных массивов. В хуторах и станицах определены порядка 30 специальных водоемов. Пожарные попросили провести их ревизию, обеспечить подъездные пути. Работу проведут совместно с главами сельских округов. Мы работаем в режиме не расслабленном. Основная задача для сельских округов – это мониторинг. Для управления сельского хозяйства – это мониторинг. Брошенных земель, неухоженных, там чего-то не знаю. Ну, надо понимать одно, когда брошено, это еще хуже. Для города это органы территориального общественного самоуправления и, конечно, все в тоже ТОСы, да, это первые наши, а может быть, даже, знаете, иногда бывают единственные помощники в целях поступления информации. Проверка по линии МЧС выявила ряд нарушений, в том числе отсутствие источников воды в 7 сельских населенных пунктах. По 88 социальным объектам собрана информация о недочетах. Самые распространенные – недостаточная подготовка персонала и охраны. Все эти вопросы предстоит оперативно решить. То, что касается частных предприятий и владельцев земли, то руководству и собственникам будут направлены специальные письма. Валерий Королев напомнил, что решения данной комиссии обязательны к исполнению и принимаются они ради безопасности жителей и гостей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Стройка с учетом мнения жителей. Собственник участка на Крымской Красноармейской полностью переработал проект. Все разъяснения даны на рабочей встрече с заместителем главы Анапы. Участок на пересечении улиц Крымская и Красноармейская передан в частную собственность в 2012 году. Собственник вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Так решил Анапский городской суд и в кассации Краснодарский краевой суд. Однако в свои первоначальные планы застройщику пришлось внести значительные корректировки под воздействием мнения общественности, главы города и администрации. В соответствии с пожеланиями жителей нашего города, мы их все учли, обратились в проектное бюро, полностью переработали тот проект, который ранее предлагался. То есть включили в единый архитектурный ансамбль. Ну, во-первых, мы уменьшили этажность. Это будет одноэтажное небольшое здание, которое не будет никаким образом никому мешать. В едином архитектурном ансамбле, единым архитектурным решением предусмотрен современный хороший постановочный комплекс, то есть будет остановка. Соблюдены все нормы и СНИПы по безопасности дорожного движения, безопасности передвижения пешеходов, то есть оставлены, как положено, в соответствии с СНИПами и нормами размеры, ширина тротуара. У меня вопрос. За границы своего участка вы не выходите? Нет, ни в коем случае. За границы, да, участка мы не выходим. Мы еще раз вышли на место. Пешеходная часть, получается, у нас будет свободно доступна. Свободно доступна для граждан, да. Непосредственно перекресток, открывающийся взгляду с обеих ведущих в центр дорог, будет свободен от торговых точек. Здесь разместят малую архитектурную форму. В течение какого времени вы планируете завершить строительство? Мы планируем, то есть с нами заключены договора уже на осуществление подрядных работ, и мы планируем все это сделать в максимально короткие сроки, то есть, естественно, с учетом всех требований, опять же, законодательства о соблюдении норм по безопасности, до начала туристического сезона. История со строительством двухэтажного торгового центра на Крымской Красноармейской носила большой общественный резонанс. Позицию главы не дать застроить перекресток поддержали депутаты, общественные объединения, жители города-курорта. Застройщик, получивший землю в собственность 6 лет назад, выполнил предъявленные требования, определив место под благоустройство и снизив этажность торгового здания. В селе Варваровка на вертолетной площадке состоялась юбилейная 15-я молодежная военно-патриотическая акция «Десант славы», посвященная подвигу легендарного десанта под командованием Героя Советского Союза капитана Дмитрия Семеновича Калинина. Организаторы акции – Управление по делам молодежи, Центр патриотического воспитания «Ратмира» и Молодежный центр «21 век». В акции приняли участие школьники, студенты, курсанты, воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители городской администрации, депутаты, ветераны войны и труда, казаки, общественные деятели. Мы, жители города воинской славы, вы – молодое поколение нашего города. Будьте достойны подвигов наших великих предков.
Не позвольте никому переписать нашу историю, потому что мы народ-победитель, потому что мы народ-освободитель. Помните об этом. С праздником, с наступающим 9 мая. Память о героических предках почтили минутой молчания. К месту захоронения десанта отправилась колонна с гирляндой памяти. Нина Ильина приезжает из Санкт-Петербурга на акцию уже несколько лет подряд. В числе погибших десантников ее родной дядя Анатолий Малиновский. Судьба до 60 примерно 5-го года была неизвестна. Бабушке пришла похоронка, что он пропал без вести. И только 65-й примерно год нашли и сообщили бабушке. Бабушка приезжала несколько раз сюда, в частности, 68-й год к памятнику Калинину. Встречалась еще с женой Калинина. После торжественной части команды патриотов приступает к военно-спортивному многоборью. Ребята долго готовились, накануне только грамоты, но и переходящий кубок с именами всех победителей за 15 лет. Всего на полосу препятствий вышли команды из 6 учебных заведений. У молодежи города это первое мероприятие, которым открывается череда праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. Сегодня у нас молодежь преодолеет полосу, дистанцию, не менее 2 километров, пробежит, будет выполнять задания переползания по-пластунски, метание гранат, стрельба, разборка-сборка автомата, снаряжение магазина патронами. Ученики школы номер 16 показывают слаженную подготовку. Они уже не в первый раз принимают участие в мероприятии и знают все тонкости прохождения полигона с препятствиями. Тяжело было перебираться через стенку, стена тяжелая, но друг другу помогали, то есть у нас все получилось, как хотели. По итогам эстафеты на первом месте военно-патриотический клуб «Пост номер 1», на втором – сборная Гайкадзорского сельского округа. Замыкают тройку победителей – курсанты Института береговой охраны. Руслан Душевский, Анапа регион. Навстречу майским праздникам. В Анапе повсеместно наводят порядки. Центральная часть города уже сверкает чистотой. К преображению курорта подключились местные жители и трудовые коллективы. Однако не все анапчане желают поддерживать чистоту на прилегающих к своим домам и коммерческим объектам территориях. Многие считают, что их забота только собственный двор. А за ним хоть трава не расти. Но она растет, и бороться с ней так или иначе придется. Ровно скошенный газон, цветы, кустарники и декоративные элементы. Примерно так должна выглядеть каждая придворовая территория в курортном городе, считает анапчанка Любовь Асланян. О своем палисаднике она заботится уже 15 лет. Убирает мусор, пропалывает сорняки, ухаживает за растениями. С нее берут пример и соседи. На улице Новороссийская можно смело устраивать конкурс на лучший придворовый участок. Красиво было, чтобы люди к нам ездили, побольше людей к нам ездило, что они... У нас Анапа очень красивая, зеленая, чтобы была. Однако таких взглядов придерживаются далеко не все. Есть откровенно запущенные участки, и это в центре города. Такие заросли особенно бросаются в глаза на контрасте с соседними ухоженными территориями. Подобных примеров в Анапе достаточно, и они не только портят облик курорта, но и могут стать местом обитания клещей и опасных насекомых. Как-то, наверное, они не любят свое место, свой дом, не знаю, в конце концов, свой город. Хочется, чтобы было красиво. Поддерживать порядок у дома – это не только долг, но и обязанность. По правилам благоустройства, уборку и содержание придворовой территории на расстоянии 10 метров должны осуществлять собственники или арендаторы земли. В противном случае юридические и физические лица могут понести административную ответственность. Хотя в идеале стремлением внести свой вклад в благоустройство родного города должны двигать не штрафы, а желание сделать мир чуточку лучше. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. Все, кто еще не успел привести в порядок свои территории, смогут это сделать завтра. 28 апреля в Анапе пройдет общегородской субботник. Курорт должен встретить майские праздники чистым и ухоженным. Внести свой вклад в преображение родного города может и должен каждый. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь», предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300.
Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.